вы увидели 4 вещи, которые я сшила вот этими руками, нарисовала на спине вот этими же руками картины. Называются они Мурти. На мой взгляд, современное общество делится на общество потребителей и общество творцов. Как бы по счастливым стечениям обстоятельств я отношусь ко второму. И это так завораживающе, на самом деле, делать для себя какие-то вещи, делать для любимых людей вещи, шить на друзей те вещи, которые они всегда мечтали иметь. Все эти вещи в единичном экземпляре. Это абсолютно эксклюзив. По поводу приобретения вы можете обратиться ко мне, я Катана. Благодарю вас за то, что были со мной, и это Level Up. 1 апреля, с Дня Дурака, мои вещи будут находиться в кафе Recharge, в нашей гостиниерной, в которой уже приготовлено для вас несколько образов, и вы сможете приехать, нарядиться, допустим, на вечеринку и приобрести себе что-то из моего швейного творчества. Благодарю вас за внимание. Выходов нет, надо творить.